Алтайский политех. Мой прадед Кудрин Василий Андреевич, участник войны, пехота. Я помню своего деда, нападавшего Василия Семеновича. Так сегодня началась патриотическая акция «Мы помним». Ее задача – почтить память предков и вспомнить о вкладе каждого причастного к Великой Отечественной войне. Воплотить идею в жизнь удалось представителям технического вуза. Сегодня, 7 мая, во всех академических группах прошли 10-минутные уроки мужества, на которых ребята вместе с кураторами, со старостами, в общем, в роли волонтера выступали все. И ректор даже наш выступил в качестве куратора этой акции, волонтера. Рассказывали про своих прадедов, дедов, тех, кто отдал свою жизнь, кто выстоял. Обо всех тех, кто ковал великую победу на фронте и в тылу, об основных исторических моментах Великой Отечественной войны и ее героях. В завершении урока группы сделали общее видео-селфи. Два моих деда – участники Великой Отечественной войны. Савустин Сергей Семенович погиб под Ленинградом в 1944 году, а другой дед Марков Василий Михайлович остался инвалидом Великой Отечественной войны. Они герои, я ими горжусь. Алтайский край, мы помним! Видео выкладывается в официальную группу образовательного учреждения, факультета, института или на личную страницу в соцсети ВКонтакте. И добавляются хэштеги «АЛТГТУ мы помним», «ВУЗы Алтая 2024». Мы надеемся, что хэштеги, которые прикреплены, их имена узнает вся страна. Кстати, к этой акции подключились не только российские вузы, но и Беларусь, и Кыргызстан. Мы надеемся, что это только начало, и в следующем году мы постараемся еще больше расширить эту акцию, потому что эта форма, она, самое главное, что нашла отклик у ребят, все заинтересовались. Подключиться к акции могут не только студенты, но и все желающие. С 8 по 31 мая подведут итоги и определят 10 самых интересных сообщений. Участников акции ждут награды. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.